С Алиэкспресс пришла вот такая огромная посылка. Вот здесь в этой посылке дорожная кожаная сумка, именно кожаная сумка. 11 ноября были большие скидки на Алиэкспресс, если, может быть, кто-то знает, кто воспользовался этим днем, можно было заказать. Вот эта сумочка стоила 15 тысяч, но мне она досталась за 4200 или 4300, сейчас уже точно не помню. Сейчас я открою ее, давайте посмотрим, что это за сумка. Она не очень большая, именно может быть использована как ручная кладь в самолет. Ну, я посмотрел, достаточно мне сумка понравилась и решил заказать. Сейчас мы откроем ее, посмотрим. Да, шла она почтой, интересная, вот такой 139-й экспресс. Мне ее принесли прям домой, 15 дней я нашла, не знаю. Ну вот будете если заказывать, там я оставлю ссылку. Там она идет именно вот такой вот экспресс почтой, 139. Сейчас посмотрим на эту сумку. Так вот ее завернули в мешки. Да, вот такого я цвета заказал. Цвета разные этих сумок, но я в данном случае вот мне захотелось вот такого вот цвета. Ну да, это здесь уже кожа. Кстати, кожа была написана, что это кожа почему-то не буйвола, не коровы, а лошади. Ну, может быть, китайцам виднее. Вот такая вот она по ширине, где-то сантиметров 25. Можно ее нагрузить. Хороший вот такой ремень через плечо. Так вам может быть видно. Ремень через плечо. У него замки мощные. Давайте пока снимем этот ремешок. Качественно, конечно, сделано. Видно, что сумка дорогая. Ну, стоимость, еще раз говорю, ее была около 15 тысяч. Потом на нее были скидки в этот день. Плюс набрал баллы. И получилась вот такая за 4 тысячи с чем-то кожаная хорошая дорожная сумка. Вот это я не знаю, что это такое. Для чего? Ну, потом разберусь, что это. Вот он снимается. Может быть, ключница какая-то. Не похоже, что это ключница. Ладно, потом разберемся, что это. Давайте ее внимательно посмотрим. Итак, вот такая вот сумочка. Ну, конечно, когда она будет наполнена, она будет хорошо смотреться, полная. То есть, туда можно нагрузить. Значит, сверху замочки мы видим. Хорошие металлические замки, качественные. Вот так вам видно, да? Открываем ее внутрь. Что мы здесь внутри видим? Внутри еще имеется вот такой замок, правда, уже пластиковый замок. Может быть, вот так вот вам видно. Вот пластиковый замок, с пластика сделан замочек. Ну, карман имеется внутри, карман. Кстати, материал очень плотный. Вот что самое интересное, материал очень плотный. То есть не порвется, не тоненькие материалы, как вот всегда делают в сумочках. А это вот толстый какой-то материал. Ну, конечно, раз сумка все-таки стоит денег, тут сделали уже качественно. Это, видать, скорее всего, заводской пошив. Дальше идут внутри вот такие кармашки. Карманы для мобильных гаджетов, скорее всего. Сейчас мы попробуем, сюда подойдет или нет. Так, в этот карман. Вот большой смартфон, почти 6 дюймов. Сейчас я его попробую сюда воткнуть. Положить, подойдет или нет карман этот. Нет, не подходит, сильно большой. Вот, а чуть поменьше вот такой смартфон на 4,5 дюйма. Вот свободненько сюда заходит. То есть вот есть карманчик, второй вот карман тоже плотненько. И вот даже третий, чуть-чуть еще поменьше. Может быть, для каких-то маленьких телефонов. Ну, в общем, очень удобно. И так есть. Имеем такой карман. Здесь нашиты такие ряд карманчиков. Вот таких нашито. Вот видите, да?
Дальше поворачиваем эту сторону, смотрим и видим. Здесь вот на липучке еще один огромный карман для ноутбука. Скорее всего, здесь и ноутбук поместится. Я взял вот такой свой ноутбук. Сейчас мы его туда положим, посмотрим, как он. Да, свободно вошел. Даже еще может сюда войти ноутбуки побольше. То есть, вы видите, можно вот так сразу его на липучку. Вот на липучку он вот так вот смотрится. Видите? И там, естественно, что еще вот дно, я же говорю, 20 с чем-то сантиметров. То есть, мы видим, вот так она может раздуться, эта сумка. И положить сюда еще все, что угодно. Да, хорошая крепкая сумка, видно. Кожа толстая, кожа такая толстая. Весит, кстати, она немного. Ну, может быть, около где-то килограмма эта сумка. То есть, легенькая. Вот, посылка пришла легкая. Вот. Итак, дно. Что у нас здесь внизу? Внизу у нас имеются вот такие вот подставки. Очень удобно, чтобы не терлось, не терся низ. Ну, вот такая вот кожаная сумочка. Здесь, естественно, она закрывается очень просто. На... Чтобы руки не резало. Кожаный вот такой замок. Вот он очень удобно сделан. Две ручки. Уже не выскакивает никуда. То есть, сумка не очень она большая. Ну, вот так, если вам видно. Вот, что с этой стороны, что с этой стороны. То есть, карманов наружу нету. Никто сюда не залезет. Как бы в карман. То есть, она все прячется. Но, еще раз говорю, она пустая. Вот так вам видно. Сумочка пустая. То есть, она небольшая. Но, если ее набить хорошо, она, конечно, будет весьма плотная, толстая. Если ее положить сюда все вещи. В общем, удобно очень. Как ручная кладь пойдет, еще раз говорю, где-то в дорогу. Вот, конечно, не так будет тереться, кожа есть кожа, она долгоноская будет. Ну вот, смотрите сами, видите, да, то есть очень удобно. Ручки небольшие практически, два замочка здесь сверху. Можно как один использовать, можно как два. Здесь для замка вот место. Ну и так далее. В общем, смотрите сами, цвета разные этих сумок. Цвет этой сумки вот такой мне понравился, более темно. Такой коричневый. Вот. Ну, вот такая вот сумка. Хотел вам показать. Если вдруг кому-то надо. Здесь в магазинах я прошел, конечно, такие сумки вообще за 20 тысяч у нас в продаже. В общем, смотрите сами. Ссылку я оставлю. Кому интересно будет, потом посмотрите. Может быть, что-то можно будет себе вот именно из таких вот кожаных, хороших, настоящих сумок себе подобрать. Хорошего товара.